В 1997 году Сергей Морозов написал свою первую фреску, а уже сегодня он расписывает храмы по всей стране. Палехского мастера и его бригаду всегда приглашают на те объекты, где необходимо сотворить настоящий шедевр, но в сжатые сроки. Вот уже почти полгода иконописцы работают в храме царственных страстотерпцев. И за это время преодолели большое количество трудностей, потому что архитектура храма не совсем классическая. Барабан не классический, там своды, четверик не классический, как мы привыкли видеть, и десятки храмов уже расписали за свою историю. И здесь вообще выпадает из всего, что мы видели, над чем работали. Храм камерный, естественное освещение в нем слабое, поэтому в качестве основного мастера выбрали так называемый жемчужный цвет. Сюжеты разделили опушкой красно-розового цвета. Эти цвета помогли преобразить первоначальное мрачное внутреннее пространство храма и сделать его солнечным и светлым. На стенах уже можно увидеть большое количество ликов. Спаситель, Богородица, пророки, евангелисты. Старались охватить вообще все, не только как бы Саровскую землю. Ну, естественно, у нас и Сергий Радонежский, Серафим Саровский, вот, и Дионисий Суздальский, и все Нижегородские, ну, большинство, очень много нижегородских святых будет изображено. Несмотря на нетрадиционную архитектуру, храм будет расписан целиком. Сюжеты росписи отразят жизнь царской семьи, в том числе ее участие в саровских торжествах 1903 года по случаю прославления в лике святых преподобного Серафима Саровского. Очень мы интересно постарались изобразить перенесение мощей. Засим и Саватий Соловецких из этого храма и в Успенский храм переносили. Так вот мы, значит, и изобразили с левой стороны окна, значит, Засим и Саватий храм, они вынесли из него, и Успенский храм тоже. Ну, постарались маленько, чтобы было это документально. В своей работе палехские мастера соблюдают традиции каноны, но все-таки в любое изображение привносят немного своего, что делает каждый расписанный ими храм уникальным. Мария Рунч, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров 24.